Предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом будет несколько сужен по количеству матчей. Изначально предполагалось, что игры состоятся сразу в двух группах – А и Б. Но ситуация с заболеваемостью вынудила Международную федерацию бенди оставить в рамках чемпионата матчи только группы А. Турнир для участников группы Б решено провести весной следующего года. Что касается команд группы А, то тут без изменений. Чемпионат пройдет с 27 марта по 3 апреля. В Сыктывкар приедут 8 мировых команд. О том, что ждет столицу Коми, о предстоящем турнире, его деталях мы поговорили с министром спорта республики Натальей Кариной. Добрый вечер, Наталья Викторовна. Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Совсем скоро, да, уже состоится такое долгожданное событие, как чемпионат мира по бенди. Хотелось бы узнать, какие команды в итоге доберутся до Сыктывкара, есть ли те, кто отказался, и если такие есть, то почему? Добрый вечер. Да, на сегодняшний день действительно у нас заявили с вами на группу А 8 команд. Швеция, Россия, Германия, Эстония, Венгрия, Норвегия. США, к сожалению, отказались. До последнего момента они с нами были в переписке, и все же из-за ковидных ограничений они приняли решение не приезжать к нам на чемпионат. Сколько в итоге, да, вот человек приедет на чемпионат к нам, если так вот посчитать? Если взять спортсменов, представителей ФИБ, судей, примерно 250 человек. А были ли какие-то особые пожелания, да, там, требования у команд касаемо, там, например, гостиниц или транспорта, или чего-то, может быть, еще такого особенного? Ничего особенного не было, так как у нас все было прописано в регламенте по чемпионату мира. Мы строго его исполнили. Единственное, что внес свои коррективы, это антиковидный протокол. Сегодня за каждой командой будет закреплен транспорт, автобус за каждой командой, он будет обрабатываться два раза в день. Ну и, естественно, прохождение ПЦР-тестирования ежедневное. Не можем не спросить про болельщиков, потому что республика очень долго ждала это мероприятие. Получится ли в итоге у них попасть на трибуны? Сегодня этот вопрос является открытым. Принимать решение будет оперштаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой. Мы тоже ждем все-таки, что нам разрешат, ввиду того, что заболевание у нас с вами, я надеюсь, пойдет вниз, омикрона и ковида. И мы, конечно же, рады видеть болельщиков будем на наших трибунах. Организована ли какая-то культурная программа для спортсменов, которые приедут к нам вот посмотреть город, например, или что-то еще такое? Да, конечно. Совместно с Минкультом Республики Коми проработана программа, проработаны экскурсионные маршруты, но на сегодняшний день антиковидным протоколом все эти мероприятия запрещены. Поэтому мы будем все-таки надеяться, если нам разрешат, то Минкульт готов во всеоружие вместе с нами. А что мы, например, можем показать вот спортсменам из других стран, то есть, если все-таки разрешат? Ну, у нас с вами масса музеев есть. У нас есть с вами прекрасный уголок, этнопарк ИП. Мы рассматривали поездку спортсменов туда. Мы рассматривали проведение концертов с участием для наших команд, которые приедут. Программа разная, мы предложим, но будем все еще раз, повторюсь, смотреть с антиковидными ограничениями, которые у нас сегодня с вами есть. И еще хотелось бы поговорить о таком приятном. Готовы ли уже медали и призы? То, ради чего, да, спортсмены приезжают к нам в республику? Конечно. Они готовы уже давно. Вы знаете, чемпионат переносился из-за ковида. Медали очень красивые. Сегодня они пока нигде не публикуются. Это будет приятной неожиданностью как для команд, так и для спортсменов, которые приедут ради них бороться. То есть, получается, будем удивлять? Будем удивлять, конечно. Спасибо вам большое за такую обстоятельную беседу. Будем надеяться, что все получится, да, и с нетерпением будем ждать открытия чемпионата. Спасибо вам. Мы тоже ждем нашего чемпионата.